65-летняя бывшая учительница Ян Сиоинь, которая теперь работает в приюте для животных, расположенном в Синьцзине, проехала более 2400 километров, чтобы спасти 100 собак от верной смерти. Давняя традиция употреблять собачатину сохранилась в нескольких областях Китая, однако больше всего она распространена на юге страны. В этом году навлек на себя невиданный гнев со стороны международного сообщества. Китайские активисты, включая Сиоинь, также отреагировали на его проведение, обвинив организаторов мероприятия в ненужной жестокости и пытках. Каждый год 10 тысяч собак поедают на традиционном юйлинском фестивале собачьего мяса. Спасительница рядом с клеткой с несчастными собаками, которых только что выкупила у торговцев. Она работает в приюте под названием «Общий дом», являющимся пристанищем более чем для тысячи собак. Многим собакам требуется медицинская помощь, которую женщина старается им обеспечить. Работа ее приюта во многом зависит от помощи волонтеров и денежных пожертвований. Отношение к поеданию собак и кошек в Китае меняется, но, к сожалению, некоторые традиции имеют очень глубокие корни, а потому существуют даже в наши дни. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.